Ну, начнем тогда урок. Я буду задавать тебе вопросы. Как тебя зовут? Меня зовут Хеп. Вы говорите по-русски? Я говорю по-русски, по-вьетнамски. Я говорю по-русски и по-вьетнамски. По-русски и по-вьетнамски. Сколько вам лет? Мне 35 лет. Мне 35 лет. Тридцать пять лет. Вы работаете или учитесь? Я работаю. Где вы работаете? Работаю. Я работаю на компанию. Так, далее. Какой ваш родной язык? Мой родной язык вьетнамский. Откуда вы приехали? Или где вы живете? Я приехал в Вунтау. Из Вунтау. В каком вы городе родились? Мой родной город. Мой родной город. Мой родной город. Как он называется? Не понимаю. Так, сейчас мы переводим. Google. В каком городе вы родились? Понятно. Окей. Так, сейчас закрыто. Далее. Отвечаем. родился в Ханое. Я родился в Ханое. В каком городе вы живете? Я живу в Вунтау. Я буду продавец, ты будешь покупатель, да? Здравствуйте, я могу вам помочь? Пока нет. Спасибо. Я просто смотрю. Покажите, пожалуйста, вот эти.
Эти джинсы. Вот эти джинсы. Вот эти джинсы. Джинсы. Да. Сейчас принесу. Сколько они стоят? 2000 рублей. Где? Две тысячи. Рублей. 2000 рублей. 2000 рублей. Спасибо. Где я могу примерить? Спасибо. Где я могу их примерить? Спасибо. Где я могу? Примерочная. Находится в конце зала. В конце зала. Спасибо. Вам пала... Подошли джинсы. Вам подошли джинсы. Да, я их беру. Я их беру. Так, далее. Привет. Меня зовут Ирина. Как тебя зовут? Меня зовут Йора. Далее. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Питер. Петя. А вас? Очень приятно. Меня зовут Алексей Петрович. Очень приятно. Здравствуйте. Меня зовут Антон. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Здравствуйте. Меня зовут Клаус. Как вас зовут? Меня зовут Петр Иванович. Петр Иванович. Да. Очень приятно. Мне тоже. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Вас? Меня зовут Катрина. Очень приятно. Привет. Рад тебя видеть. Привет. Давно приехал. Ударение на последнее слово. Давно приехал. Тонко. Вчера. Только вчера. Как на началу. К началу.
как началу за... началу зна... занятий. Занятий. Как началу занятий. А где будешь жить? Где будешь жить? Ж. Будешь жить. Будешь жить. Да. Вообще. В общежитии. Угу. Конечно. А где же узы? Еще. Где же еще? Давно. Ладно. В общежитии. Встретимся. В общежитии встретимся. Встретимся. Угу. Я живу в комнате. В комнате. У меня еще нет комнаты. Я сам к тебе зайди. Я сам к тебе зайду. Угу. Слушаю вас. Угу. Добрый день. Скажите, пожалуйста, где Александра? Где Александр? Где Александр? Uh-huh. Александр поехал. Поехал. Поехал в университет. Uh-huh. В университет. Да. Когда он приедет. Приедет. И у университета. Из университета. Угу. Университета. Вечером. Спасибо. Угу. Олег, ты ли это? Олег, ты ли это? Тут знак вопроса и восклицательный знак. Олег, ты ли это? Только быстрее и слитно так получается. Олег, ты ли это? Ты ли это? Во. Вот не... Ожидала. Вот не ожидала. Угу. Нина. Какая вчера... Встреча. Какая встреча? Угу. Какая встреча? Ты я...
Прекрасно. Прекрасно. То есть прекрасно вы... Выглядишь. Ты прекрасно выглядишь. То есть прекрасно вы выглядишь. Ты прекрасно выглядишь. Звук не глотай. Выглядишь. Вот. Только. Только что из... Откуда? Из отпуска. Отпуска. Как твои дела? Где работаешь? Не женился. Подожди. Не все сразу. Давай присядем и поговорим. Поговорим. Давай присядем и поговорим. Ладно. Только у меня мало времени. Привет. Рад тебя видеть. Привет. Давно приехал. Только вчера. К началу занятий. А где будешь жить? В общежитии. Конечно, где же еще? Где же еще? Ладно. В общежитии встретимся. Я живу в комнате. Комнате 517. У меня еще нет комнаты. Я сам к тебе зайду. Так. Далее. Здравствуйте. Будем знакомы. Я ваша преподавательница. Преподавательница. Я ваша преподавательница. 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 Меня зовут Анна. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Изабель. Изабель.
Рада пазна, познакомиться. Угу. Изабель. Рада познакомиться, Изабель. Это рада познакомиться, Изабель. Угу. А это кто? Угу. Познакомиться. Познакомьтесь. Это моя подруга. Угу. Ее зовут Моника. Угу. Очень приятно. Угу. Познакомиться, угу. Моника. Угу. Я тоже рада познакомиться. Я тоже рада познакомиться. Познакомиться. Анна. Познакомиться, Анна. Угу. Когда мы встретимся? Угу. А когда мы встретимся? Вопрос. Когда мы встретимся? Угу. Мы встретимся. Встретимся. Вы встретимся. Вы встретимся завтра на уроке. Угу. Завтра, завтра на уроке. Очень хорошо. До завтра. Да. До встречи. Встречи на уроке. Угу. Молодец. Встречи. Далее. Привет. Будем знаком. Мы. Знакомы. Я Филипп. 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 Да. Филипп. Филипп. Я Филипп. Я Филипп. А как тебя зовут? Меня зовут Кевин. 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 Рад познакомиться. Филипп. Угу. Я тоже очень рад. Угу. Познакомиться. Это мой друг. Угу. Его. Его зовут Джон. 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 Очень приятно. Угу. Очень приятно познакомиться. Угу. Мы встретимся завтра. Мы встретимся завтра. Вопрос. Мы встретимся завтра. Да. Конечно. Ну, хорошо. До завтра. До встречи. До встречи. До встречи. 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 До встречи. До встречи. Угу. Алло. Алло, это ты, Катя. Это ты, Катя? Вопрос. Это ты, Катя. Да, привет. Женя. Женя. Женя, привет. Что ты делаешь? Угу. Смотрю фильм. 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 А какой? Титан. Титаник. 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 Опять. Опять? Опять? Ты же его уже сто раз смотрела. Угу. Ты же его сто раз смотрела. Же сто раз смотрела. Угу. Да. На это мой любимый фильм. Угу. Я могу его смотреть как каждый день. Угу. Понятно. Понятно. Угу. Вова дом. А Вова дома? Дома? А Вова дома? Да, дома. Что он делает? Читает журнал. Журнал. Читает журнал. Угу. Позови его. Позови его. Позови его. Пожалуйста. Минут. Минутку. Угу. Минутку. Спасибо. Угу. Далее. Привет, Виктор. Привет, Виктор. Привет, Виктор. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй.
Андрей, 100 лет тебя не видел. 100 лет тебя не видел. 100 лет тебя не видел. Тебя не видел. Не видел. Не видел. 100 лет тебя не видел. 100 лет тебя не видел. Как твои дела? Твои, как твои дела? Как твои дела? Вопрос. Как твои дела? Как твои дела? Что нового? Что нового? Нового. Что нового? И у меня все хорошо. 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 Я работаю в крупной компании. Компании. А как твоя? Твоя. Как твоя семья? А как твоя семья? Как твоя семья? А где вы сейчас живете? Живете. А мои родители сейчас живут в маленьком. Тихом городе. На юге. Юге. На юге. Да. Страны. Там чистый. Горный. Воздух. Летом они много гуляют. Гуляют и загорают. Загорают. Зимой. А зимой катаются на лыжах. На лыжах. Здорово. А как поживает? Как поживает твоя сестра? Она еще учится. Или уже работает? Она сейчас на четвертом курсе в следующем году она оканчивает
университет, университет и будет искать работу и будет искать работу. Искать работу. Понятно. 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 А что ты делаешь в выходные? А что ты делаешь в выходные? А что ты делаешь в выходные? Выходные. 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 Еще. Еще. Р не надо. Р не надо. Еще. Йо. Йо. Еще. Еще. Без... Во. Вот так. Без Р. Р там нету. Еще. 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 Йо. Йо. Еще. Еще. Во. Во. Правильно. Во. Не знаю. Еще не знаю. Еще не знаю. Вот, еще правильно. Не знаю. Приходи. Приходи. Приходи ко мне в гости. В гости. Приходи ко мне в гости. Приходи. Приходи. Приходи ко мне в гости. 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 Приходи ко мне в гости. Приходи ко мне в гости. 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 О, гости. Угу. Спасибо. Судава. Удаво. Удаво. Судаво. Ли. Судаво. Ли. Судаволес. Удовольствием. Судоволестием. 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 Удовольствием. Удовольствием. Судоволестием. А где ты сейчас живешь? Живешь. Я живу на проспекте мира. Проспекте мира. Дом 5. Дом 5. Дом 5. Град 5. Дом 5. Дом 5. Квартира. Квартира. А. Два. 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 Квартира два. Квартира два. Приходи. Приходи. Обязательно. 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 Приходи обязательно. 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 Хорошо. До встречи. До встречи, пока. До встречи, пока. Так, далее. Кого? Кого я вижу? Кого? Восклицательный знак. Я зову. Вижу, вижу. Вижу. Кого я вижу? Кого я вижу? Леночка. Леночка. Кого я вижу? Леночка. Кого я вижу? Леночка. Леноска. Леночка. Леночка. Леноска. Леночка. 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 Куда ты пропала? Куда ты пропала? Пропала. Звоню тебе. Звоню. Звоню тебе, звоню. Звоню тебе, звоню. На но телефон. Но телефон? Телефон. Не
отвечает. Звоню тебе, но телефон не отвечает. Звоню тебе, но телефон не отвечает. Ой, не спрашивай. Не спрашивай. Мы купили новую квартиру. Квартиру делали ремонт. Ремонт и только неделю назад переехали. Везде буква Е. Переехали. Здорово. Новая квартира. Это всегда приятно. Новая квартира – это всегда приятно. Вам нравится? Вам нравится? Угу. Да, очень. Десять минут от метро. Рядом парк. Недалеко. Спортивный. Буква О тут теряется, она слово пишется спортивный, но произносится спортивный. Комплекс. Спортивный комплекс.
Кино. Театр. Кинотеатр. Театр. Кинотеатр. Кинотеатр. Вот. Кинотеатр. Угу. В двух шагах. И в двух шагах. В двух шагах. Угу. Большой универсам. 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 Отлично. Отлично. Города. До. Дорога. Дорогая. 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 Да, не дешевая. Не дешевая. Не дешевая. Не дешевая. Не дешевая. Не дешевая. Угу. Да. Не дешевая. На что делать? Но что делать? Но что делать? К нам переехали. Ехала. Переехала. Угу. Свекровь. Старая квартира. Угу. Такая маленькая. Маленькая. А старая квартира такая маленькая. Так. Да. Далее. Сейчас. Так. Расскажи мне, я тебе по-вьетнамски, чтобы понятно. Расскажи, что есть на картинке. Перечисли все. Да. Лампа. 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 Часы, например, вот часы. Я показываю. Да. Картина. Картина. Шторы. Шторы. Угу. Дерево. Видно, что я показываю? Не знаю. А ну что еще есть? Аквариум. Видно, где я мышкой вожу? Или не аквариум. Видно? Аквариум. Лампа еще одна есть. Что? Телефон есть. Телефон. Кошка. Пуска. Кресло. Кресло. Качалка. Диван. Диван. Книга. Книга. Подушка. Тапочки. Глаз. Стакан. Ну, это тут. Так, что у нас еще? Ананасы. Фрукты. Ананас. Полностью это фрукты, а так бананы, фрукты. Ананасы. Фрукты. Так, ножик. Нитки. Цветы в вазе. Так, телевизор. Телевизор. Книги. Книги. Так, еще две картины. Две картины. Очки, да. Так, что у нас еще есть тут такого? Ну, вроде все. А есть еще боксерские перчатки. Так, далее, ладно. С этим понятно. Будем упражнения делать. Так, ну, ты должен здесь вставить слово. Что сюда надо вставить? Читаем. Мои дедушка. Дедушка.
Дедушка да. и бабушка да. В прошлом веке Слово жили в прошлом веке. Жили, сюда ставится. Дальше. Бабушка. За дедушку вышла. Сюда вставляется слово вышла за дедушку. Далее. Когда я было 18 лет. Далее. Ее родители будущее честно. Тесть и кто? Теща. Тёща. Дедушки. Дедушки. Ки. Были. Против. Против. Этого. Брака. Молодая. Молодая, такая красивая, полюбила человека, который старше ее был на 20 лет. Далее говорила. Говорила я ей мать. Он уже был два раза женат. Жена. Говорил. Говорил я ей отец. Отец. Да, дедушка уже был женат. Со второй женой он развелся. Потому что встретил бабушку и понял, что не сможет без нее жить. Что не сможет без нее жить? Что нет, не жить. Когда родители бабушки познакомились с будущим. Затем понравился. Они поняли. Они поняли, что это настоящая.
Natanya, Natanya saya, saya. Настоя, Настоя, Настоя. Настоя saya. Угу. Лю, любовь. 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 Ане брат. На па расчету. Расчету. А не брак по расчету. Ну, на сегодня все. Тогда до следующего урока. Ну все, тогда. Ата. Спасибо. Пока. Пока.